Ребят, всем еще раз добрый вечер. У нас сегодня сосиски с картошкой. Ну, у меня рыбка. Люда всегда меня поправляла. Говорит, надо говорить не сосиски, а сосиски. Сосиски. А ты что, рыбу будешь есть? Да, с картошкой. Гляньте, какие сосисочки. Люда их отварила, картошечку сделала перед тем, что идти на улицу. Салат мощнейший. Да? Мощный салат. А что за рыба, покажи, какая? А ты что? А что? А, ты такое впечатление, что ты уже половину съела. Саш, что-то с тобой не то. На тебя плохо влияет общественное мнение. Глянь, синяк у тебя какой на руке. Кто тебя таскал? Да тут уже, я не знаю, конечно. Ну, нормально пахнет. Покажи. Донская. Донской лещ. Я, конечно, она уже неделю лежит в холодильнике. А что с ней будет в холодильнике, ну? Сходишь в туалет пару раз. Саш. Ой, господи, интеллигенция. Нет, интеллигенция. Приятного вам аппетита желаете. Пожелайте. И вам приятного аппетита, кто кушает. Да, всем приятного. Уже жареной рыбки хочется. Кстати, да. Все, всем пока. Всем пока-пока.